напомнили, что сегодня... А, еще одна дата. Именно в этот день, почти 100 лет назад уже, или даже больше 100 лет, да? Чуть меньше, 100 лет назад, начался главный БДСМ-эксперимент эпохи под названием «Союз Советских Социалистических Республик». Наша боль и наша любовь, все как мы любим. Черт возьми, по крайней мере мы точно, а многие из вас тоже, наверное, родились в этой удивительной стране, чудесной. И поскольку каждый день по-любому это день Божий, и каждый день есть место раю, есть место аду, вам любой буддист это подтвердит, вот, то мы помним советское инферно, мы помним советский рай. Бога в нем было не меньше, чем в дне сегодняшнем, прошедшем или будущем. И дьявола, конечно, тоже. Мы поем песню про нашу Родину, откуда мы пришли к вам сюда сегодня. На просторах интересной страны нас встречали обильные порой. Мы пытались помирить рассвет восходящего солнцу спиной. Ожидая, пока из нее между нами железный мир. Но мы с тобой, это наша весна, наша Родина, СССР, наша Родина. Наше солнце горит не с годами, горит не с годами. И неважно, что все позади, и неправда, но кто мы теперь. А мы с тобой, это наша весна, наша Родина, СССР. Наша Родина, СССР. Наша Родина! Шалай.
Это напитки? У меня ощущение, что там выпивка. Не является рекламой ни алкоголя, ни, так сказать, ни тем более... Там наша рожа на этих крафтовых бутылочках. Спасибо, родные, спасибо огромное. Вот он, как всегда, первый. Да, спасибо, ребята.